Рассмотрим задачи на уравнивание. В таких задачах дана общая сумма двух чисел, одно из которых больше или меньше другого. Задачи на уравнивание решаются в три действия. Задача. В коробке лежит 117 ручек, причем синих ручек на 39 больше, чем красных. Сколько синих и сколько красных ручек лежит в коробке? Решение. Чтобы уравнять количество синих и красных ручек, мы можем к общему количеству добавить еще 39 красных ручек. 117 плюс 39 равно 156 ручек. Так как теперь количество ручек одинаковое, то каждого вида ручек по коробке будет по 156 делим на 2 – 78 ручек. Таким образом, мы выяснили, сколько синих ручек в коробке, узнав большую часть общей суммы. Чтобы узнать, сколько красных ручек, надо забрать обратно 39 красных ручек, которые мы доложили туда для уравнивания. То есть 78 минус 39 равно 39. Решение задачи по действиям можно записать так. 117 плюс 39 равно 156. Это количество ручек, если их будет поровну. Второе. 156 разделим на 2 равно 78. Это количество синих ручек. И третье. 78 минус 39 равно 39. Это количество красных ручек. Можно выполнить проверку и убедиться, что задача решена правильно. 78 плюс 39 равно 117. Это общее количество ручек. 78 минус 39 равно 39. Это разница в количестве ручек. Итак, ответ. В коробке лежит 78 синих ручек и 39 красных. Вот так все просто. Так что подписывайся, если хочешь знать больше.